устроиться. Можно поздороваться со соседами. Наша квартира, нам нужно найти, что-то не сделано. Утро, дорогие! Мы наконец едем посмотреть нашу новую квартиру. Наша квартира только построена, и мы собираемся переехать в октябре или в ноябре. Но квартира, они дают шанс, один шанс, чтобы мы заранее посмотрели внутри дом. Если что-то вам не нравится, они дают стикеры и ручку. Вы посмотрите, если что-то не нравится, тогда вы можете приклеить стикеры. Тогда они несколько раз делают ремонт. Поэтому мы сейчас едем посмотреть. Очень сложно, нужно всякие документы, ручка, бумага, приложения специальные. Это наша квартира. Временно, один день открытый. Тут очень строго проверяет. Пойдем внутри. Эльджими, чокинде? Чоки газу подавай. Сначала надо зарегистрироваться. Очень сильно проверяет. Деньги отправить. Куру нам дорогу. Наша квартира, нам нужно найти, что-то не сделано. Я думаю, тут это грязнее. И папа нашел, тут сломалось. Ну, в общем, очень хорошо сделано. Квартира тоже большая, достаточно. Вот тут холодильник. И... вау! Тут... вроде... какой-то шкаф и туалет. Мама, ю! И тут очень классно. Вот так поставлена туалет. Ох, сразу школа. Тут еще нашла что-то не доделано. Еще тут тоже что-то не очень. И там тоже. Наш вид еще чуть-чуть строится. Это тоже наша квартира, очень большая. И парк находится в шестом этаже. Единственная проблема, можно поздороваться со соседами. Видите, очень высокая. Это включено в Корее. Все, это плита и так далее. Тут можно заранее позвать лифт. Написано лифт, каком этаж. И температуру, вентиляторы, охранник, CCTV, еще можно газ контролировать. Наверное, могу вот так вам показать, как я делаю макияж и снимаюсь. Вот так. И тут буду положить всю мою косметику. Можно контролировать яркости. Тут говорит, поздравляю с новоселье. Но мне нравится рампочка. И тут я буду делать мою студию для съемки. И сразу другая ванная и стиральная машинка. И будущие соседи, и тут на этом этаже лифт 6 или 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Парк на 6 этаже? Правда? Я не могу поверить. Вау!
Можно я бегать? Кути. Как будто просто первый этаж. Есть, можно танцевать. Просто спортзал. Можно заниматься спортом. Классная штука. Это будет наша квартира. Чинили энергия. Там они вырабатывают энергию и пользуются. И это лекарство для дерева, чтобы они тоже здорово росли. Детская площадка. Фонтан! Серьезно? Класс! Размер померили для мебели, еще выложили такие путки, где проблемное место, где нужно делать ремонт. И в течение 2 недели они почти все починили. Давайте тогда ждем новоселье. До встречи!